Дорогие друзья, пришел к гриферу домой, пришел, но я сейчас ему уже стучал, вот там показываю, что я здесь в подъезде нахожусь, он не открывает, я с ним разговаривал, короче, я его нашел, мы с ним связались, он назвал свой адрес и думал, что он, короче, в моем городе живет, он думал, что я не приеду, но я приехал, смотрите, вот сейчас он, алло, слышь, ты грифер? Ну, я. Ну, я тебя нашел, ты говорил, что я тебя не найду, я тебя нашел. Я тебе говорю, что... Вот я тебе говорю, нельзя оскорблять, я тебя нашел. Открой дверь, давай сейчас поговорим. Да не надо, не буду, я тебе ничего открывать. Я тебе говорю, открывай. Пошел отсюда. Посмотрите, слышите его, ребят? Вот смотрите, я вот сейчас снимаю, он не открывает. Сейчас мы знаем... Сейчас... И слушай, я тогда в полицию позвоню, слышишь? Я сейчас вызову. Ты там хочешь, я отсюда нахер вообще. Ну я реально позвоню в полицию сейчас. Звать. Ты в глазок видишь меня, нет? Вижу. Вот, смотри, я телефон беру. Ну смотри. Гудки пошли, тихо, не мешай. Не берут пока. Да что ты будешь вообще? МВД Ленинский. Алло. Алло, здравствуйте. Что случилось у вас? Скажите, я хочу вызвать наряд или кого-то там, полицейского, участкового. Сейчас здесь в квартире, короче, неадекватно себя ведет один мальчик. Он там вообще матерится. В общем, он, ну, короче, себя неправильно ведет, угрожает. Что-то надо с этим делать. Что, прям шумит? Да. Ну, вообще, ну, он себя неправильно ведет. Он, короче, что-то надо делать, понимаете? Адрес назовите. Адрес... Вот по этому адресу, пожалуйста, что-то как-то можно сделать? Ждите, к вам участковый выехал. А вы направили участкового, да? Да, сейчас к вам. Ну, ладно, подождем тогда. Все, спасибо, до свидания. Слышь, я вызвал. Ну, что ты гонишь, никто сейчас не придет. Ну все, ждем тогда, сейчас придут. Ждем. Да. Дорогие друзья, сейчас убедитесь, сейчас я вызвал полицейского. Надеюсь, он придет. Может быть, меня... Ну, короче, надо его наказать, этого грифера. Да, будем делать антигрифер-патруль. Вот. Фух, ждем. Так, тихо, смотрите, я снимаю. Вот, я вызвал. Видите, сейчас придет. Здравствуйте. Здравия желаю. А что, тут съемочка ведется? Ну, я снимаю, понимаете... Я вот тут живет мальчик, короче, неуравновешенный, и я хочу вот его вообще снять. То есть вы не против будете? Я, конечно, понимаю, что закон позволяет, но я просто не хочу на закон надавливать, я хочу просто по-человечески спросить, можно я сниму, потому что... В общем, я хочу его снять. Как так? Я вообще ролики снимаю, я это делаю, этим занимаюсь. Слышал про такое. Ну ладно, посмотрим. Так, смотрите, вот 69-я квартира, здесь себя он неадекватно ведет, кричит, матерится. Вообще, ранее было замечено то, что он в играх матерился, все вот это плохо делал. В общем, надо с ним что-то делать. Мне не открывает, естественно, он и не обязан, как бы, я вот вызвал полицию. Сейчас откроют. Кто? Сотрудник полиции, Смирнов Сергей Владимирович. Открываем дверь, молодой человек. Здрасте. Так, вот. Смотри, вот видишь, я же говорил, что ты откроешь. Да, вот он, смотрите, вот он. Это проказник у нас. Вот он у нас плохо себя ведет. Че, ты не верил, что мы зайдем? Я же сказал, полицию вызвал. Че ты мне не верил? Че, смеешься теперь? Конечно, да это все неправда. Какой неправда? Ну, давай. Че, сейчас давайте тогда сейчас его оформим как-нибудь. Что с ним делать надо? Вот, видишь, ты что, не веришь? Полиция, смотри, какое это, какое неправда. Ты что, дошутился уже? Ты уже доигрался. Родители где у тебя? На работе. На работе? А ты что один дома делаешь в таком возрасте? Играешь? Играю. Во что ты играешь? Майнкрафт. Сейчас пойдем, покажешь мне, где у тебя комната? Вот, я же говорил, я вызвал полицию. Что, думал, шутки шутим, что ли? Сколько можно с вами, с гриферами уже? Вот. Так. Тут, значит, да? Вот. Вот, смотрите, это по ходу орудия преступления. Сейчас посмотрим. А стой, ты что, сейчас прям в Майнкрафте, что ли, на сервере моем? Да. Какой у тебя ник? Дрейкборг. Смотрите, это, в общем, вот тут он часто, смотрите, матерится, все такое делает. Это вот сервер в игре Майнкрафт, он здесь людей убивает, все такое. Да, видел я уже такое.
Вот. Смотрите, я сейчас вам даже покажу. У меня телефон есть, видео. Вот. Пойдемте, пройдемте куда-нибудь сюда, чтобы удобнее было, чтобы вы все видели. А тебя вроде Вадим звал, да? Ты как-то в скайпе там отзывался? Да. Да, да, смотрите, вот. Это вот. Чей дом, слушай? Ты ж... Это чужой дом, это дом, дай выпадали, второй дом, я шумлу ебать. Зачем ты чужой дом ломаешь? Что это так, блядь? Это не твой дом? Не стыдно? Матом ругаешься, значит, да? Блядь, тут административкой, походу, не отделаешься. Ну, я говорю, смотрите, он оскорбляет, а у нас есть статейка оскорбления личности, все такое. Конечно. В интернете сейчас часто учтились, людей уже находят, сажают. Надо поэтому что-то с ним делать. Как думаете, что с ним делать? Ну, я так думаю, для начала конфискуем орудие преступления. А, не ты... надо. Как не надо? Я не буду там. О. Все? Не наигрался надо. Ты? Не надо. Надо, надо. Все. Правильно, заберите у него. Сейчас сам со мной поедешь. Давай, да. Собирайся. Зачем? Участок. Отдайте, я так больше не буду. Будешь? Не буду. Не будешь уже? Нет. Ну вот там и разберемся. Одевайся. Не надо. Надо. Уже поздно. Сейчас там быстрее. Потом поздно родители вызовут. Не да. Надо. Че не родители надо? Где? Вот. Приедут учителя. Не, портфель у тебя школьник, да? В каком классе? В седьмом. В седьмом? Ну, в седьмом. Нормально, как раз лет на пять тянешь. Ну шутим, собирайся, конечно. Собирайся. Не надо. В тюрьму ты, конечно, не поедешь, но протоколчик мы тебе точно составим. Надо. Надо-надо, давай скорее. Не надо. Быстрее, я тебе сказал, собирайся. Не надо. Смотри, пылай. Ну, это слезы, знаешь, ничем не помогут. Ну, как-то... Давай, собирайся быстрее. Полицейский ждет, сотрудник полиции. Не надо. Все, давай, собирайся. Твои сопли я слушать не намерен. Все, да, давай, одевайся быстрее, мы тебя ждем. Ну что, собрался? Да. Все, пойдем. Портфельчик. И школьники, блин. Все себя так ведут. Все. А что ему будет, кстати? Составим для начала административный протокол, родителей вызовем, а там уж разберемся. Может, не надо? В школу сообщим, надо-надо. О, кстати, в школе пускай он на учет поставит. Потому что он... Вы ролик видели, знаете, как он себя ведет. 14 лет, если нет, поставим и на учет. Да нет ему, какой ему 14? Пойдем. Да-да, давай. Он мне язык сейчас показал, кстати. Разберемся. Разберемся, да. Спасибо за вызов. Да не за что. Вам спасибо большое. Видите, дорогие друзья, вот так все и снимается. Вон они идут у нас. А, слушайте, ставим лайки за то, что я сделал. Вообще, я вызвал полицию, грифер увезли. Ставим лайки. Вот я постараюсь сделать антигрифер патруль еще чаще. Будем вызывать полицию, пускай их увозят. Статейка имеется. За оскорбление выделил, он владельцем сервера был у меня на сервере, поэтому, поэтому, короче, вот такая ситуация. Я сел в машину, еду домой, еду садиться за компьютер, опять заходить на свой сервер на Сержу Крафте и опять искать гриферов, находить их, связываться. Я думаю, то, что моя рубрика новая, она прикольная. Пока сейчас я доберусь до своего компьютера и продолжу работу над поиском опасных гриферов. Вот я и дома, наконец, дорогие друзья, вот я пришел домой. Фух, был трудный денек, а я продолжу. Я уже, так сказать, зашел, естественно, заранее на сервер Сержукрафт, вот и здесь летаю, как бы здесь я и нахожу всех гриферов, поэтому заходите, IP в описании, в группе присылайте фотографии, пишите, кого вы еще найдете из гриферов, может, вас кто-то обзывает, гриферит, поэтому, если что, мы поедем к нему по адресу и вызовем также полицию, и будем разбираться, поэтому IP в описании ролика, ставьте лайки и... Я думаю, лайк я заслужил. Всем пока!